Наломать дров и угодить за решетку. В Курской области регулярно проходят рейды по лесам. Ищут тех, кто незаконно вырубает деревья. На днях в Большесолдатском районе задержали сразу двух нарушителей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Юлия Белякова продолжит. Просто я не думал, что за дрова так будут этот судить. Этого нарушителя задержали с поличным. Заготавливал дрова на зиму. Разрешение на рубку при себе имел, правда, просроченное. Не глянул в выписке число, там, когда, до какого числа. Ошибся. Прошлый год я выписывал, ну, 3 года подряд. Выписываешь и возишь. Так обычно все возили, ну, и я так пошел. Рубить деревья, где вздумается, не получится. Ежегодно лесничество выделяют для этого специальные участки. Местным жителям порой попросту лень до них добираться. Пилят поблизости. Великанов в самом расцвете сил. Дуб черещатый. Древесина сырорастущая, так как кора у нас не отслаивается, древесина здоровая, гнилей нет. Ну, расти ему еще до рубки долго. Следят сотрудники лесничеств за каждым деревом и в каждое вкладывают душу. А потому реакция вот на такие пеньки болезненная. Судя по этому диаметру, этому дубу лет 60-70. Вот он сколько рос, никому не мешал. На этом урон не заканчивается. Срубленный исполин бьет молодняк. Это значит, что эти деревца тоже уже потеряны для леса. В итоге ущерб немаленький. Кубометр дуба стоит 41 тысячу рублей. А потому нарушителей ждет либо солидный штраф, либо лишение свободы сроком до 2 лет. Нерадивых дровосеков, как правило, находят быстро. На данной дороге были обнаружены следы, которые вели к дому одного из местных жителей деревни Первомайская. В ходе чего в его домовладении, на территории домовладения, был обнаружен данный дуб. Полицейские предупреждают, заготавливая незаконным способом дрова, будьте готовы к тому, что они вам могут не понадобиться. В исправительных колониях исправно топят. Юлия Белякова при содействии пресс-службы УМВД России по Курской области.